У умершей 40-летней актрисы Музы Тодоровского Евгении Брик могло быть онкологическое заболевание. Если посмотреть задним числом соцсети покойной актрисы, то можно увидеть, летом прошлого года она была очень худой и носила коротко остриженные волосы. «Мне идет любая прическа», – написала тогда актриса. Однако такой внешний вид мог свидетельствовать о том, что Брик проходила химиотерапию. Косвенно это подтверждается словами агента актрисы Елены Брагиной. Причина смерти – не коронавирус. Не исключено, что если бы актриса не скрывала столь тщательно свои проблемы со здоровьем, можно было бы избежать трагедии. Впрочем, сейчас этого уже не узнать со 100% вероятностью.